Я вспомнил великого режиссера Жана Габена, один из моих любимых режиссеров. И когда меня спросили, что является в основе кинематографа, он сказал три фактора. Во-первых, сценарий, во-вторых, сценарий, в-третьих, сценарий. Да. Если есть первооснова, если есть уже заложена какая-то такая народная мысль, она имеет там, может быть, философское, социальное, бытовое, какое угодно, но она должна быть там, вот волнует и все, вот волнует и трогает вот эту часть, вот эту. Не сюда, что же сидит на эстраде, ниже пояса, а вот это, что здесь, вот это трепетало в тебе. А потом, да, смотри, любая реплика начинается со скандала, там, все с этих дел, и очень долго мы с Володей Мишуром как бы представились друг другу, долго довольно. Он меня не утвердил первый раз, второй раз, но ассистент режиссера все-таки решил, что меня надо, вот больше никого. И третий раз пришел к Володе Мишуру, я говорю, слушай, ну ты то в одном костюме приходишь, в галстуке, то в спортивном костюме, ну, чуть не вижу в тебе Бузягина, нет, не ощущаю. Он говорит, пойдем говорит, по злачным местам, походим туда, по этим по кубачкам, по этим пивнушкам, посмотри характер, а потом ты понравишься, найдем что-то. Мы в один и второй пришли, все эти синеглазки, эти богодулы, алкаши, там, пипин. Я смотрю, говорю, Володя, я среди них вырос. Давай, не надо будет этих путешествий, мне это интересно. Я просто давай делай эти пробы еще, давай на пробах. Попробовал, и твердишь, что это твои пробы. Уже раз, я нашел там. Там в Кузяке есть одна маленькая деталь. Это уже имеет отношение, что такое наша профессия. Там есть одна штука. Пристройки. Вот пристройки на человеческом уровне, да, ведутся диалоги. А есть пристройка на другом. Вот взрослый человек, а у него детская пристройка. Он ниже себя, он всегда любого. Он себе равного, он всегда снизу пристраивается. Отсюда у него связь с голубями. Он, в принципе, по-своему-то одинок. Одинок в этом одиночестве, ну, с Андюхой скандалит, дочери как-то не понимает, одна тут младшая понимает. И вот эта вот чистота его души, вот поэтому он и попадает в эту ситуацию. Вот это очень русское начало, именно русское вот такая вот, это своей чистотой. Да, нас обвиняет, и мы дебилы там, и мы мат-перемат у нас там, прочее, что мы грубые по сути своей. Я этим много видел таких людей. А в основе, когда вот ты найдешь какую-то интонацию в диалоге с ним, он раскрывается, и в нем уходит вся эта вот основа, это хамство, полухамство, это вот. На самом деле, почистило. Сидит и смотрит там на звезды, говорит, слушай, какое счастье, что вот мы, вот я живу, дожил до сегодняшнего дня, предположим, там. И вот, ты знаешь, я все задумываюсь, говорит, почему тут Христос, вот видите, ему всего 33 года, а мне уже, говорит, под 80, или там, за 70, а ему 30, он распял себя, вот на кресте, говорит, распял. И говорит, как же бы тяжело было, и тут разбойник, и тут разбойник. И здесь я говорю, я верю, говорит, я не верю в тебя. А вот он, а он все равно с любовью. Ты говоришь, всегда с любимых людей, с любовью. Там три цены. И вот это меня, говорит, трогает. И вот он уже за 80 лет, он об этом задумывается. У нас звездные думают, это в этом характере. О голубях. Поэтому, и когда он попадает, он бурдает, там потрясающе, все говорю. Журнал, приносит девочка, что там вот принесет журнал. Ну покажи, там такой навреоленный, там сидит мужик и выпивает, значит, коктейль через трубочку, все, что-то говорит, а что тут делает? Да вот коктейль пьет, говорит, ну что, а что такое коктейль? Ну там добавляем спиртные напитки, это вино. А вот а что без трубочки? Сосет, взял, вытолкнул и все, какие проблемы? Нет, вот это просто так. Там, говорит, вот в баре это происходит. Это деньги в баре. Вот это бар, как ржавый выстрел, вбился в себе бар, вот эта сверхзадача, вот реализовать там свою мечту, это тоже из этой категории, детской категории, наивной категории. Поэтому это, вот эта пристройка, она как бы в характере. Когда я немножко так сделал, там зубы чуть-чуть, так, щербинку, пристройку со всеми, он со всеми рад услужить, рад вот распластаться полностью, отдать свою душу, себя всего самого, ради вот близких своей души. И поэтому всякое оскорбление для этого все, поэтому с голубями двошится больше, чем с людьми. Вот эти вот вещи, это благодаря кому? Гуркину. Великий Володя Гуркин.
Он родился в деревне, взял и писал своих там очень близких людей. Я был в Черемхово, как раз вот где был этот прототип Васи Кузякина, там памятник стоит уже тоже с голубями, ну, немножко другой такой, более такой коренастый, но, говорит, с юмором большим и очень такой веселый мужик был. И вот он выписывал и создал вот эти характеры. Мне рассказывал Володя Меньшов, говорит, я жалел всегда об одном, что он мало снимал фильмов, очень мало фильмов снимал. И когда он, я говорю, пришел однажды на спектакль, меня уговорили, пойдите посмотрите «Любовь и голуби», шел в «Современники», играл на Нина Дорошина главную роль. Я, говорит, сижу, смотрю, я ничего не могу понять. Я то смеюсь полностью, то начинаю плакать, у меня какой-то спазм стоит, один, второй раз, опять захват. Я понял, что вот это... Женщина будет играть у меня, а все остальное я организую. Они созвонились с Гуркиным, и они почти год работали над сценарием. Он очень отличается от пьесы, не очень, но отличается, есть отличия. Я, кстати, недавно посмотрел «Любовь и голуби», спектакль. Там Ромушкина играет вместо Надюрки, и Анатолий Журавлев играет мою роль. Ну, я могу согласиться, не согласиться, но я все равно как бы принял этот спектакль. Но в кино столько возможностей, ну, огромное количество возможностей, поэтому у нас были. И самое интересное, весь фильм мы хулиганили. Именно хулиганили. Жили на парадоксе, как у Александра Сергеевича Пушкина. Гений парадокса вдруг. Вот эти парадоксальных вещей, поступках или в органике в какой-то, все приблизительно, жутко смешает. Юрий еще наперед, одну бутылку пива там выпивает, вторую, что он разливает, и все. Она уже так подстроена, что уже бабка сидит, а он там на том корабле. И вот как куда, где ему что-то происходит. Только сейчас здесь сидел, вот это вот играет. Вот эти вещи, как кино будет, кинотеатр ты не сделаешь. А в кино это было. И, конечно, единственное, что я жалею, что вырезано было очень много сцен. Мы попали в антиалкогольную компанию. Просто. Вот тогда страшно. У нас, заметили, что только даже пиво чуть-чуть пригубил, уже раз вырезались. А там на это все как бы строилось, и мы не туда попали. И очень интересно было, Светлана Марковна Гурченко, потрясающая, она там должна быть Алентова сниматься, жена Володи Меньшова. Она снималась в другом фильме, да и как-то ей очень материал, наверное, понравился. И тогда, я помню хорошо, Люся Гурченко, Людмила Маркова пришла, Володя говорит, Володя, что бы мне ни говорили, что я не отшивился, что я не скандальный, что я неудобоваримый, так сказать. Я перед тобой стою, чистый лист бумаги. Вот он есть, вот я. Вот и все. Все, что хочется, то и делай. Я тебя люблю, сценарий мне нравится. Я обожаю твои картины. Все, давай. Мы потрясающе. Атмосфера была грандиозная. Ни намека на какие-то скандалы. Только хулиганили. И первый больше всех смеялся был Володя Меньшов. Мы проводили эту сцену, с Людмилой Марковной все это играем. Он падал первый на землю. Ноги кверху, закатывался, долго смел, мы ждали только, когда она отсмеется. Потом говорит, ну давайте другой сейчас эпизод, давайте еще один. И вот так вот. Он говорит, вот это зафиксируем, давайте будем сделать. Там была сцена, вот я уже расскажу, с вашего позволения, уже задели это. Ну, я уже говорю о том, что там, предположим, вот эта сфера, говорит, еще ты проклятый капиталист, она требуется, не знаешь, как детей рожать. Сегодняшняя тема опять сегодня. Там много вот таких вот, как бы в пропрос, вскользь. Зато он огромное количество. И говорит, и троист писали, говорит, все-таки война. Вот война между нами. Почему война? Так она им нам доказала, как ты меня любишь, как я тебя люблю. Не было, мы бы не знали, что мы так любим друг друга и умеем любить. И так у нас такая грандиозная любовь. И дети у нас сказали, и дети-то хорошие. И там что-то на нах, не одна холера на нашу землю. Вот пограничные войска, там все тихо. Вот сейчас взорвалась Россия. Но много вот таких вещей, поэтому она родная. Вот картина, она близко родная. Не все, кстати, принимали ее. Интеллигенцы просто раздолбали ее в пух и прах, разметали и критики. И Володя Меньшова от монтажа отстранили картину. Сняли картину, много материалов отстранили. Он даже в одно время был момент, он запил. Потом вернули, и вот из этих обрывков, из кружков он стал собирать картину и собрал. Ну, предположим, вырезана была сцена такая. Помнишь, если я обращаюсь ко всем, и к частности к вам, там сцена была, когда он сидит, сбылась мечта мужика,
идет в хорошем смысле, здравствуйте, идет, мол, все, и бокалы здесь, и трубочки, и коктейли, женщины красивые, танцуют перед тобой, и сигареты женская, тонкая, все классно, все замечательно. Вот, я думаю, что все на ней, весь этот зал на нее только смотрит. Ну, каково я все-таки? И тогда там танцует, все вот так поворачивается, взяли такой парный стол, длинный, поворачивается, смотрит, баба Шура и дед Митя тоже пьют из коктейля, и осуждающие смотрят на него. Это там было смешно, ребята, я сейчас рассказываю, не смешно, потому что на этого очень выпирающие, еще не понимают, они с осуждением, ну, сосут из этих, из трубочек, из коктейля. Потом смотрят, Люся танцует, продолжает ему марку, поворачивает, вся семья с этими бокалами. Это как фантазия, парадокс. Это так было, мы так хохотали. И потом, мало того, мы здесь привязали, леска такая была у нас, лесочка, и туда привязали голуби, за лапки привязали голуби. И второй режиссер ждал. Камера, и нас по поясу снимали, а внизу, тут на моем этом уровне живота, был голубь, его держал второй режиссер. А у голуби стремление, когда он привязал, то стремится подниматься наверх. И вот на этой леске стал подниматься. Вот, говорят, вся эта история, осуждает здесь, если осуждает, смотрит на Люсю, в это время голубь раз поднимается, начинает бить его по щекам. Это парадоксе. Все это было вырезано. Все это вырезано и безжалостно. Очень большое было вырезано. И когда я смотрел картину, я чуть не заплакал. Да, вышло, говорит, мы сегодня попали с тобой в эту. Мало того, не просто вырезано. Смыто все было. Все негативы сидели, все смыли. Сегодня мы взяли берег был очень полноценный, с очень многими там, 4-5 сценами. Добавившимся на мне был двусерийная картина просто. Телевизионная, по крайней мере, телевизионная полноценная картина. Но мы по тебе сегодня не спим. Но даже при всем том, что уничтожали, говорить все, а то сейчас выскочил и все. Вот это говорит, пути Господи не спим. Неизвестно, где потеряешь, где приобретешь. Это уже было с фильмом «Мужики» у меня было. У меня тоже поразительные вещи были непонятные. Простое название. Мужики, ну и что, ну и человек. А там душа была. Там душа была заложена изначально, я дважды отказывался от этой роли. И искра Леонида Абамовича, она убедила, что вот я хочу, чтобы ты снимался. Я говорю, мне и другие роли, я не буду. Я думаю, когда высосанный используется сюжет, мне не очень нравится, там собаку взял, троих детей взял, что-то, ну, какая-то неправда, я чувствую неправду. И она мне знакомит с автором вот этого сценария. Окажется про себя, мужик сидел. Вот сидел все время, и казался глубокий. Мы посидели где-то, минут 20. Я подошел, говорю, давайте договор подписал и начали работать. Вот и вся история. Могло не случиться, только другой сыграл бы. Да? Ну вот мне Господь дал, и режиссеры, и вот материал. А там было, что такое творилось. Я никогда не получал свой театральный и домашний адрес, такое количество писем. Там, так столько людей. Взрыхлили такую тему вот этого детей и родителей, вот этого вот, брошенных детей, огромное количество детских домов, например, сколько сейчас до сих пор детей у нас без детей, при живых родителях, а в детских домах взрыхнули, и эти письма пошли ко мне. Я пишу девочка там, молоденькая девочка, по-моему, лет, даже в школу еще найдет каракуль, пишет, дядя Паша, не дядя Саша, дядя Паша. Спасибо вам за кино, мужики. Мой папа вчера посмотрел нашу картину и купил мне шоколадку. Ура! Вот такие вещи-то. Мы говорит, развелись давно, несколько лет назад развелись, у нас дети, не сожились на характер. Посмотрели в разные кинотеатры картину, случайно встретились у парка, обнялись, и вот сейчас счастливы. Фильм нас породил. Снова у нас появилась вторая любовь, второе дыхание. Очень много таких, огромное количество, соединилось, тысячи семей соединилось благодаря этой картине. Потому что она созидательная в основе своей, она не разрушала душу человека. Вот поэтому я вам ответил на ваш вопрос.